Сеть взорвали кадры трюков со спиннером, которые астронавты НАСА показали на МКС. На ютубе появился ролик, снятый прямо на Международной космической станции. Четверо американских астронавтов показали, как себя ведет спиннер в условиях невесомости. Свои эксперименты они записывали на видео, сообщает Российский диалог. Космонавты не только развлекались с вращательной игрушкой, но и сами показали пару-тройку акробатических приемов. Рэндальф Джеймс Брезник в своем микроблоге в Твиттере заявил, что благодаря спиннеру у них появилась возможность проверить в космосе законы механики Ньютона. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии по происходящему.